домашний яблочный уксус, часть третья, финальная. Моя отфильтрованная заготовка простояла 3 месяца в сухом темном месте при комнатной температуре. Уксусная матка на поверхности сформировалась очень тонкая, а сам уксус получился насыщенного янтарного цвета и благородный по вкусу. Нужно отфильтровать готовый уксус, и я использую для этого бумажный фильтр для заваривания кофе, но несколько слоев марли тоже прекрасно подойдут. Процесс этот может занять некоторое время, но посмотрите, какой глубокий цвет получается в итоге. Домашний яблочный уксус используют для заправки салатов и приготовления овощных блюд. Я буду использовать его для приготовления домашней детской еды. Вы точно знаете, что это натуральный продукт, приготовление которого вы контролировали от начала и до конца. Для консервирования овощей домашний уксус не используют, потому что процент его кислотности нельзя измерить в домашних условиях. А это важный показатель. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Дома вкуснее» и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты вкусной домашней еды.